антиковидным мерам, конечно же, отношусь положительно, потому что многие люди на самом деле болеют, и соблюдать, конечно же, нужно. Я всегда вот тоже QR-коды показываю при входе и соблюдаю масочный режим. На улице, конечно, неохота, конечно, маску одевать. Нормально. А вы вакцинированы? Конечно. Давно уже. Нормальненько. Правильно сделал вечер. Положительно. Это все в целях нашего здоровья, сохранения нашего здоровья. Ношу все соответствующие документы. А вы привиты, скажите, пожалуйста. В июле первая прививка, где-то в августе вторая прививка была. Положительно. Ну, если заставляют, куда деваться? А вы сами привиты, скажите, пожалуйста. Да, заставили. Больше будут прививаться. Я привилась, да. Правда, почему-то в госуслугах QR-код не могу обнаружить. Я думаю, любая проверка или что, это только ради блага народа, человечества, чтобы мы не болели. Я сам привился, например. Знаете, сертификаты на входах, это очень даже хорошо, но этого же мало. Почему все время проводятся какие-то идиотские форумы? Почему во всем мире соблюдаются 1.5 метра? Дистанция у нас, она не соблюдается. Почему люди вообще к себе так относятся? У нас уже вторая с внуком ревакцинация. Люди даже первый раз не сделали. Им действительно наплевать. И ситуация очень плохая и тяжелая. Вообще, о чем страна думает? И положительно, и отрицательно. Наверное, неправильно все-таки. Слишком жестко. А вы делали вакцину? Да. Давно? Летом. Я переболела только вот. Все равно. А сами привиты? Нет. А собираетесь? Хотелось бы, но некогда, не получается просто. А вы? Я тоже не привит. А почему? Ну, я просто думаю, что это бесполезно, потому что знаю людей привитых, которые все равно умерли уже от ковида. Много непонятное, очень много. Я считаю, что просто людей запугивают в каком-то плане.